какая архитектура, какие колонны. Боже мой. Наверное, старая какая-то церковь. Какой-то храм, собор, что-то такое. Даже фреска сохранилась. Ой, вот это вообще класс. Слушай, я беру свои слова обратно, очень даже. Ну, аж не заброшено все. Тоже вообще красота. Прям в центре города. Ну, заброшенный дом, да. Это не дом, это что-то было такое. Или какая-то усадьба, или храм, или что-то такое. Старинная вообще постройка. Домики по типу, как в Питере, вот эти вот. Впереди. Магнит. Тут тоже все побито. Нет, вперемешку прям с такими действующими зданиями, я смотрю, и старый, и новый, все смешалось. Впереди тоже храм какой-то. Давай как хочешь, хоть здесь. Диана спросила, она должна знать, что такое автосуши. Может быть, а что впереди? А где вообще дорожки и все? Ну, где-то здесь было. Ой, как красиво впереди. Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво впереди. Какие-то часы, башня с часами. Михаил Сергеевич, дважды герой социалистического труда. Вот, пожалуйста. Ой, тоже вот как красиво, олени какие, да? Вот здесь, конечно, вот ракурс красивый. Просто идеальный вообще. Здесь я бы не помню. Красота, да? Кофейня вон была, наверное, или есть. Тут сидит, значит, есть еще. Ничего себе, в таком разрушенном здании есть кофейня? Внизу. Здесь так делают. Так бывает? Ну, мы продолжаем дальше гулять по Ельцу. В центре города.
Какой красивый старый город. Посмотрите, какая прелесть вообще. А вот и памятник Ленину прямо в центре. Ой. Здесь старая плитка немножко покосилась. Фонари красивые, старые. Белокаменный. Потрясающе. Ух, ничего себе. Вообще класс. Оно напоминает мне у нас в Кривке. Дома, в них еще люди живут. Вот тоже храм. И позади вообще кирпичный старый тоже разваливается. Ой, какой дом старый. Какие наличники старые, вот вообще тоже. С пластиковыми окнами, но старыми наличниками. Честно сказать, очень тяжело здесь ездить по Ельцу. Да. Везде одностороннее движение. Приоритет не поймешь, едешь, то стоп, то улица направо пошла, главное, то налево, главное, пошла. Ну, тяжеловато, да. Да. А вот есть что-то общее между Ельцом, вот грязь, Елец, да? Что-то вот есть прям такое. И район вроде как один, и рядом все находится. Вот что-то их объединяет в архитектуре, наверное, в постройках. Домики старые, церкви. Храмы. Какие интересные улицы, мы куда едем сейчас? И снова на храм, на церковь. А, ну это мы видели тут. Вообще, вон избушка какая развалилась впереди. Здесь. Ничего себе. Главное, это все не убирают почему-то. Сколько разрухи. Тут побольше, чем в Абхазии будет. Ничего себе. Смотрю, здесь так много арочных построек, вообще все в стиле арок, да, вот действительно как в Абхазии. Но там у них в Абхазии такой обычай, нужно обязательно мужчине, когда он строит дом, построить хотя бы одну арку, чтобы была для благополучия, для богатства. А здесь для чего? Тех же самых принципов придерживались? Или просто для единой стилистики? Интересно, конечно. Знает, пишите. Многоэтажки пошли. А, в перемешку с одноэтажными домами. Ну это не знаю, что такое вообще. Это просто вы ездите где-то непонятно. Ну да, пятиэтажные дома. Наверное, это самые высокие дома здесь. Просто выше я не видела. Может, где-то еще, конечно, есть каких-то районов. Но вот сколько мы проехали, я не видела выше. А нет, вот какой-то выше явно, наверное, больше этажей. Пятиэтажка. Тоже пусти.
Нет, ну побольше же. Ну, значит, больше я здесь не видела. 3, 4, 5, 6, 7, наверное, или 8 этажей. Больше здесь. Ну, это значит, не жилое помещение. Вот торговый дом, наверное, да?